было сказано о том, что сегодня стартует юбилейный 25-й месячник «Белая трость». И он стартует не только на территории нашего края, но и на территории всей России. Этот месячник проводится прежде всего с основной целью – это привлечение внимания общественности и властных структур к проблемам инвалидов по зрению. В этот период проводятся различные мероприятия во всех хозяйственных обществах, местных организациях и учреждениях Всероссийского общества слепых. Это и встречи с представителями органов социальной защиты, пенсионного фонда, фонда социального страхования и другими. И очень приятно, что как раз открытие сегодняшнего месячника «Белая трость» совпало с таким приятным мероприятием, как открытие аллеи для незрячих и слабовидящих людей «Тропа здоровья». В этой связи мне хочется выразить огромную благодарность всем тем, кто принял в ее благоустройстве самое активное участие. Это позволит теперь людям с нарушениями зрения реабилитировать, получить наибольшую реабилитацию, а также сделать свою жизнь более интересной и полезной. И позвольте мне сейчас от имени правления краевой организации вручить благодарность Ротари-клубу «Ставрополь» за их активное участие в благоустройстве этой тропы. Кроме того, от имени правления краевой организации ВОС я хочу вручить грамоту человеку, который также принял самое первое и самое активное участие в организации благоустройства этой тропы, нашему члену ВОС Алексею Владимировичу Фетисову. Ну и, конечно же, проявили творчество и очень много сил приложили к благоустройству этой тропы работники нашей краевой библиотеки. Поэтому позвольте мне тоже коллективу этого учреждения культуры тоже вручить грамоту от имени правления. Еще раз всем огромное спасибо, кто принимал участие в благоустройстве этой аллеи «Тропа здоровья». И очень надеюсь, что она принесет действительно очень большую пользу для инвалидов по зрению.